Друзья, всем привет, с вами Антон Воронков, вы на канале MyGT.ru. Где мы находимся, какие наши контакты, как купить у нас масла и т.д. и т.п. Сегодня обо всем об этом поговорим. Я познакомлю вас с нашими сотрудниками, с нашими менеджерами, которые с вами общаются, отвечают на ваши вопросы. Сначала, мы находимся в городе Новосибирск по адресу улица Николая Островского, 111, корпус 5, офис 319, третий этаж. Работаем с 9 утра до 5 вечера, до 17.00 с понедельника по пятницу. Суббота, воскресенье у нас выходные дни. Наш общий телефон, рабочий общий телефон, бесплатный для всех по России. 8 800 550 5722. Еще раз. 8 800 550 5722. Он с любого стационарного или сотового телефона для всех абсолютно в России бесплатен. Учитывайте разницу во времени, когда нам звоните. Мы находимся в городе Новосибирск. Это МСК плюс 4. А сейчас я вас познакомлю с нашими менеджерами, с которыми вы общаетесь. И напишу в описании к этому видео телефоны всех наших сотрудников. Если вам звонят с этого телефона, то вы, соответственно, можете безбоязненно общаться. Это наши сотрудники. Потому что в последнее время увеличились в России случаи мошенничества, представляются крупными фирмами, в том числе и прикрываются нашей структурой, поэтому будьте внимательны. Для того, чтобы вы знали, с кем вы общаетесь, сейчас я познакомлю вас с нашими ребятами. Поехали. Это наш менеджер Дмитрий, его телефон 8 923 133 33 90. Дима, привет. Добрый день. Дима занимается у нас всеми вопросами, связанными с CVL, это грузовые масла, с индустриальными маслами и так далее. То есть вопросы, связанные с индустрией, с грузовиками, это все к нему. Дмитрий, еще раз телефон 923-133-33-90. В описании к этому видео также будут телефоны все продублированы. Это наш менеджер Геннадий. Геннадий, привет. Добрый день. Геннадий у нас занимается работой с частными лицами. Все вопросы, связанные с логистикой, с отправкой, стоимостью отправки и так далее, решает он. Телефон Геннадия 8 968 224 73 99. Также будет продублирован в описании к этому видео. 968 224 73 99. Напомню еще раз, что если вы звоните и не можете дозвониться, вам могут перезвонить с WhatsApp или написать сообщение с WhatsApp, телефоны, те, которые я вам сейчас продиктовал. Это наш менеджер Максим. Максим, привет. Всем привет. У Максима телефон 8 923 152 93 38. Максим занимается у нас всем частниками и грузовыми направлениями, и CVL направлением. Любые вопросы он может вам ответить, потому что компетентен и работает у нас уже очень-очень и очень давно. Телефон еще раз 923 152 93 38 будет продублирован в описании к этому видео. Это наш оператор Татьяна. Татьяна, привет. Привет. Татьяна занимается логистикой, отправкой товара и так далее. Телефон Татьяны 8 923 180 6269. Все вопросы, связанные с логистикой, с транспортными компаниями, энергия, СДЭК и так далее, решает именно она. Телефон еще раз 8 923 180 62 69. Также она часто может писать вам с телефона на WhatsApp, либо на Viber, либо Telegram. Это Дмитрий, наш самый-самый-самый старый сотрудник после меня. Привет-привет. Телефон Дмитрия общий 8 800 550 5722. Он ответить может на абсолютно любые вопросы вообще. Все, что касается наличия товара, качества товара, технических характеристик и так далее. Дмитрий, телефон общий 8 800 550 5722. Но я, Антон Воронков, мне звонить не нужно. Это шутка, хорошая шутка, можно повторять два раза. В общем, в штате у нас ничего не поменялось, остались все те же самые люди. Еще раз напомню, что все наши телефоны корректы я вам назвал, они будут все в описании к этому видео. Если что-то у нас поменяется, я об этом обязательно сообщу и сделаю дополнительное видео. Также все наши телефоны есть и продублированы на нашем сайте. Наш сайт mygt.ru. У нас есть еще два телефона рабочих, которых мы обычно не звоним, но тем не менее они у нас действующие. Это 8 923 775 15 51 и 8 923 775 49 97. Это телефоны такие технические, по этим телефонам с вами вряд ли будут связываться, но учитывайте, что с них вам тоже могут позвонить либо написать. Тоже оставлю их в описании к этому видео. Наши все телефоны, абсолютно все рабочие контакты есть на нашем сайте mygt.ru.
www.ruslanbrusov.ru в разделе «Контакты». Там же есть наши адреса и телефоны, еще дополнительные, если они появятся у нас. Там же тоже обновятся. Вот, будьте внимательны, бдительны. В России сейчас очень сильно активировались мошенники, которые выдают себя за другие фирмы, в том числе и за нашу. У нас популярность большая по России, соответственно, как бы этим пользуются мошенники. Будьте внимательны и осторожны. Все контакты, все телефоны я указал в описании к этому видео. Если вам нужно проверить еще раз, наш ли сотрудник вам звонил, обязательно набирайте в рабочее время 8 800 550 5722. Этот телефон общий, бесплатный по России, и он только у нас. Люди, которые возьмут трубку по этому телефону, вас проконсультируют, с какого телефона вам звонили, кто к вам обращался, с кем вы общались и так далее. Если какие-то будут вопросы возникать, пишите в комментарии к этому видео, с удовольствием на все вопросы отвечу. Всем пока!